привет! Вы слушаете подкаст «Дикие утки», в студии, как всегда, Дарья. И в этот прекрасный летний уже вечер напомню вам сразу о том, что у нас есть еще три подкаста. Найти вы их можете у нас на сайте mojimedia.ru, можете поискать в SoundCloud, в iTunes, в любой другой площадке, где вы нас слушаете. Если не нашли, вступайте в наши группы ВКонтакте, Инстаграм, в чат общий, в Телеграм, можете написать в личку, я вам расскажу, какие есть еще у нас подкасты, и да и будет вам счастье. А у нас тем временем, ну не могу сказать, что у нас в гостях, у нас она как у себя дома, потому что... Делим один кабинет. Да-да, человек сидит в этом же офисе, работает, тут пока нет меня. Виктория, привет. Привет. Вот и пришло время познакомиться с тобой поближе, а не только вот, знаешь, соседи по офису. Когда ключи передаем. Да-да-да-да. Я прихожу, значит, Вика там собирает вещи, уходит. Вот. Как дела? Что ты тут вообще делаешь, пока меня нет? Да, вот... Сложно сказать, что я делаю, так не описать одним словом. Ну, у нас времени много, можешь несколькими словами описывать. Насколько позволит мой словарный запас. Я зову людей, общаюсь с ними. Ага, то есть нас сюда еще кого-то вводят, вы посмотрите. Мне даже видели, да, VIP-комнату. Здесь, подожди, здесь есть комната? Ну вот это вот то, что... Я днем, вы вечером. Ага, ага, понятно, понятно. А кто уж кого будет? Мне кажется, охранники немного думают о нас странные вещи, потому что я сюда привожу людей, чаще всего это мужики. Не знаю, кого водишь сюда ты. В дневное время... Всех. Ну, да. Фильтрую людей, чтобы это было так прилично в рамках. То есть ты занимаешься поиском персонала на самом-то деле? Да. Ага, и проводишь собеседование. Кстати, кто сломал стул? Вот, черт возьми, не знаю. Кого ты сюда позвала такого, что он сломал стул? Не знаю. Вообще они вот здесь сидят, напротив. Ну ладно, окей, расследование продолжается. Кто-то постоянно опускает стульчики вот эти. Я не знаю. Ну вот этот я могу опускать, а вон те не знаю. Мне кажется, тебе пора поставить камеру. Да. Вот с этим стулом я не знаю, что происходило. Он просто был поднят и не опускался. Не знаю, не сижу. Игорь принес сюда какую-то палку железную, пытался железной палкой его опустить. Не, я дергала за эти ручки и... Ну, короче, вот, загадки во тьме, стул сломан. Какие истории у тебя сегодня будут? Истории про собеседование, истории... Ну ладно, спойлер там в начале подкаста, проблевотина. Да, я просто так подумала. Ну что в моей жизни интересного? У большинства людей почему-то все такие интересные истории связаны либо то, что ты бухаешь, а потом блюешь, ну не я, в смысле, я про себя. Да-да-да-да. Но я не буду этого рассказывать про других людей. Вот, расскажу. Так, под моим именем, да. Окей, окей. Вот, ну, а если про собеседование, то, ну, таких прям трешовых нету историй. Ну, какой-нибудь дурак приходил? Или дура? Конечно, дурак. И что он делал, стул сломал? Нет, я бы вот тут не знаю, что с ним сделала. Сама бы его сломала. Да. Пришел в кепке. Угу. Ну, как-то... В кепке. Ужас. Я закатываю глаза. Не зря же мне давали книгу с детства по этикету. У меня аж прям внутри все съежилось. Думаю, ну ладно, мы же все такие... Это Викина настольная книга, книга по этикету. Так, проверяем тебя, как ты выглядишь, как сегодня пришел. Мы-то лояльные, толерантные люди, да? Ну, в принципе, ну, пришел в кепке, ну ладно, я как-то промолчала. Блин, не помню, как его зовут, ну, неважно. Ну, кепка. Пусть Денис будет. По-моему, его Денис звали. Вот, он такой уже прочитал в глазах мой вопрос. Я просто неудачно подстригся. Ну, бывает. Прими мои соболезнования. Ну, и все сидит, ну, там, общаемся. А у меня что-то эти вот конфетки стоят, которые постоянно кто-то ест. А я знаю два молодых человека, которые обычно сидят на вот этих стульях. Все гости тоже их едят, но я же не скажу, типа, нет, не ешь. Нет, так для чего они стоят? Для настроения? Ну, да. Я не жадная, нет, просто я не успела что-то купить, там одна осталась. Мне было стыдно её брать. Я убрала. Окей, я куплю конфет тоже, внесу свой вклад конфетный. Нет, я не к этому говорила. Вот, он сидит там, ну, мы общаемся, но вижу, ну, что-то такое вроде необычный. Он то ли на пиарщика пришел, ну, что-то такое. Такое вроде нестандартные идеи. И он, я возьму эту конфетку. Говорю, ну, точно сейчас? Ну, я так улыбаюсь. Ну, да, что-то такого. Говорю, ну,
мы-то общаемся сейчас. Я, конечно, не какой-нибудь там учитель русского литературы, ага. который сейчас сердце ёкнет от этого. Я говорю, ну давай, я прям так сижу, смотрю, ты будешь сейчас есть. Он, ну да, там, пока ты рассказываешь. Я говорю, окей. Ну это как бы не трэш, но просто мне как-то так... И он еще, небось, такой, ну, прям ее вот перекатывает, да, нет, что знаешь, она стучит это, знаешь, об зубы. Вот так вот открываешь, а, да, конфетку, шелестит. Она шелестит, и у нас Титов медленнее. Так делает. Дебил. Во время подкаста сидит, открывает конфету, блин, свою сраную. Тоже мне еще. А что, подкатывают на собеседованиях? Да, но я-то баба не такая, чтобы мне вот так вот просто... Нет. Ну нет, ну а что они говорят? Здрасте. Вот это вот все. Нет, а кстати, мне один мальчик заявил, на менеджера пришел, нам рассказывает про себя, про опыт, там, продажник, там, 100 000 зарабатывал, я приду, прям тут у вас начну зарабатывать еще больше, вы мне нравитесь, и я вам там внесу вклад там в развитие вашей компании. Ага, ну, презентажка. Ага. И такой, ну что еще рассказать о себе? У меня девушка, я буду на ней жениться, и у нас квартира. И так на меня смотрит. Я, ну, как бы я так потом на себя в зеркало смотрю, вроде я не выгляжу женщиной, которая, знаешь, пожирает глазами, и ну, давай. Я думаю, он с охранником поговорил просто. Тот говорит, да, водит сюда каких-то мужиков постоянно. Сколько она водит, она еще не остановилась. Вообще, как она столько выдерживает. Молодой организм, приличие. Да, да, все, у нас нормальная редакция, мы здесь все работаем, вот. Вот, теперь про блевотину. А теперь про блевотину. Ну, такая самая какая-то ситуация, ну, не эпичная, но такая она мне прям до сих пор, меня от нее колошматит. Первый курс, эгегей, там, после школы, первый Новый год. Собираемся компанией и отмечаем у меня на хате. На хате. Да, родители уехали, оставили мне собачку мою маленькую. Вот сказали только не раздавить, она у меня просто маленькая. Ага. Совсем. Вот. И все там закупились в Ашане, там по скидочке нормально. Ну, это ладно, это такие неважные подробности. В смысле неважные? Скидки — это важно. Это очень важно. Я на них только и выживаю. Ну, наверное, как и все, просто не все признаются. Возможно. А мы будем честными. Да. Вот, закупили все, там, отмечаем, все нормально. Все чинно, благородно. Естественно, понимаешь, как бы с возрастом ты там на вино переходишь, а ты, когда тебе 18, ты понимаешь, с чего начинается встреча Нового года. Даже не встреча, а провожание старого. Ну, по 50. Ага. Фу, я просто до сих пор на вот это вот напиток, на букву В. На В начинается, на отка заканчивается. До сих пор не переношу. Вот, и что-то там отмечаем, там провожаем, встречаем. И как-то так время идет, ну, тут что-то, какая-то прострация. Помню, выхожу на балкон, там стоит девочка. А это даже получилось, что наша компания, все поразъезжались, uh-huh. и была моя подружка и ее компания. Uh-huh. Ну, как-то так. Ну, я их знала, ну, в общем, ну, пофиг. Бухаем, отмечаем. Водка же есть чё. Ну, не одна. Не одна водка. Заметьте. Две водки. Мы-то взрослые люди были. Вот, и выхожу на балкон, ну, там то покурить, то попить. Ну, я не курю, не пью. Вот, и стоит девочка, ну, что-то смотрит в окно, выглядывает. А что, ну, тепло у нас-то на Новый год никогда, черт возьми, снега нет, не бывает. У нас всегда там пальмы цветут, абрикосы расцветают. Вот, и я говорю, ну, там, ну, пусть её будет Лена звать. Ага. Лен, говорю, все хорошо? Да, да, ну. Я говорю, точно? Да. Ну, она как бы сама такая, ну, не то, что приторможенная, ну, как бы. Ну, я думала, ну, отпускает человека, ну, нормально. Ну, значит, и дальше веселимся. Ну, все, то, что под утро было там плохо, все это, ну, отметили нормально, потом там пивом отходились. Неважно. Да. Опохмел. Да. Вот. И что вы думаете? Это, получается, я бегу на экзамен через год, ну, там, последние числа декабря, как всегда, опаздываю, mm-hmm. бегу там на маршрутку. Я на 5-м этаже живу. У меня есть сосед на 3-м, ну, такой молодой, прикольный, с семьёй, и он выгуливает свою собаку. Mm-hmm. Лабрадор. Ага. Вообще не знаешь, к чему я веду, не понимаешь, к чему я веду. Пока нет.
Ну, как бы обычно субботнее утро, ублюдское утро экзамена, когда ты ни хрена не готов, ты опаздываешь. И он такой, ну, привет, там, здрасте, здрасте, там, как дела? Он, да, нормально, такой, где Новый год будешь встречать? Я говорю, да не знаю, это же второй курс, я ну, там да, уже взрослая, ну, это же ну, да, нам что-то, ну, снимать дом, наверное. С камином, где-нибудь в горах. Я, ну, как-то меня так озадачил этот вопрос. Ну, наверное, с родителями там поеду куда-нибудь. Он, я говорю, а что? К чему вы клоните? Я так как-то многозначительно как-то это все было. Он, да... Просто в прошлом году такая ситуация получилась. Я так. Интрига. Короче, эта девочка заблевала балкон с 5-го этажа. На 3-й? О, господи, сколько она там блевала. Я не знаю, как. Ну, просто, чтобы вы понимали. Блин, это пиздец. На самом деле. Что? Это девочка Руслан? Нет. Ладно. Мы тогда с ним не очень общались. Ну, сейчас не очень. Я тоже. В общем, 4-й этаж не был задет. Это просто что-то свыше было, потому что на 4-м этаже живет бабулечка со своей дочкой. Дай бог им счастья, здоровья. Ну, всем знаем, что соседи есть соседи, они все разные. И просто вот правда, Всевышний отвел, и она... Бабушка бы не пережила просто. И, ну, вот это вот все попало на 3-й этаж. Это какая траектория полета вот этого сила всего? Сила ветра, я не знаю, вот что это было. Это... И вот я вот это слышу, и я не знаю, как реагировать. Просто я вот это слышу и говорю... Ну вот, извините... Я говорю, почему вы там не позвали? Ну, он говорит, да, я понимаю, дело молодое. Ну, мне что-то подсказывает, там, может быть, чуть-чуть было, потому что если бы было что-то серьезное, он бы... Ну, если типа, бы, да. Ребята, гей, давайте. Если бы на собаку попало, это было бы вообще жесть. В общем, вот такая ситуация. Это прекрасно. Хорошо. Блин, слушай, ну я живу на предпоследнем этаже. То есть чисто теоретически кто-то все-таки еще может. С 8-го вот это вот все. Ладно. Но может даже кто-то и пропустит. Получается, у тебя 7-й? Да. Может, на 6-й попадет. Кто-то может на 6-й, как моя подруга Лена. Или как я ее назвала? Лена. Пусть будет Лена. Окей. Блин, ну таких ситуаций торт на свадьбе спасла. В смысле? Ну вот свадьба, ну в смысле не моя свадьба, рано мне еще, в 30 лет. Вот я тоже говорю об этом, никто не верит, все уже, даже пора. Нет, рано еще, я еще не поблевала через балкон. Не попала на 5-й этаж. Ну да, через... Через один, да, да. Как Ленка. Ой, это Ленка вообще. Наверное, у каждого есть подруга Ленка. Которая блюет через балкон. А то и через два. Ой-ой-ой. Вот, ну, в общем, ну, это такая история, что такая вся из себя выхожу, у меня, ну, типа, короны там такое, ну, вся же на свадьбу пришла, надо же себя показать. Ты пришла на свадьбу в короне? Ну, это такой ободок ручной работы, он как... Она пришла на свадьбу в короне. В белом платье. Не на свою свадьбу, она припёр... В белом платье, да? Нет, блин. Я ж не такая тварь. Но в короне! Не, ну там все прилично. Типа, ты, конечно, невеста, но. Ну, как бы праздник твой пройдет. Место свое знай, да? Да. Ну да, типа. Там во главе стола своем сраном. А часики-то тикают. Корону-то пора уже надевать. Идти. Ну, короче, а мы рядом с ней, ну, жили. Нужно было все продукты, весь этот алкоголь, тележек просто немерено осталось шампанского. В смысле осталось? Представь себе. Что? Что? Не выпили. Как так-то? Как я, так-то? Я не знаю, как. Икру не доели. Шампанское не выпили. Канапе все не... Что? Канапешечки! Канапешечки должны были... О, что за свадьба? Я не знаю. Я прощаю тебе просто... корону. Просто, ну, слишком прилично люди были.
отстой. Ну, кстати, я жалею. Ты же хоть в платье там напихала вот то. Нет, у меня все обтянуто было. Ну, вопрос не снимает. У меня была маленькая сумочка. Я даже бы в грудь не запихала. Конечно. Учить меня и учить надо. Да. Вот. Так и что там с тортом? Отвозим продукты эти. Стоим, ждем такси. Ну, и там мальчики такие, ну, мы сами спустим, там, стойте, там, девочки, не мерзните. И я такая, ну, чё, я не мужик, что ли? Сейчас покажу сейчас, как королева спускается с тортом. Ты несла торт? Я, ну, вот эти, верхушка, где, блядь, самый этот... Где фигурки? Да. Класс. Нет, ну, как бы там, ну ладно, не буду ничего сейчас рассказывать. Вообще ничего не буду, хватит. Это в следующем выпуске. Интрига. Чтобы меня еще позвали. В смысле позвали? Ты здесь сидишь всегда. Ну, чтобы меня не гоняли, не выгоняли, как обычно. Пшла отсюда! Тут пришли работать. Ночная смена. Баба с двумя мужиками. Время, деньги. Это типа, ну, знаешь, постоянные просто. Ну, тебе везет, а у меня все разные. Короче, торт. Ребят, мы нормальные. Это резюме. Все хорошо. Торт. Я же выхожу такая вот это вот, несу. В короне. Корона, конечно. Иду. А там, ну, может, знаешь, вот здесь вот интурист, вот этот зал, и там такие мраморные ступеньки, сука, скользкие. Ты понимаешь, да, к чему я везу? В общем, я ж такая, ну, я-то смотрю, я что, дура, что ли? Смотрю вот так, спускаюсь. Одна ступенька, другая. И вот как-то так получилось, что еще оставалось ступеньки 4, и я их просто пролетаю. Но ваши ставки, что с тортом? Ну, он взлетел вот так вот вверх. Ты его поймала. Ты сказала, что ты его спасла, значит, ты его поймала. О, блин, я рассказала. Спойлернула. Ну, ты реально поймала торт? Я его не отпускала, понимаешь? Я в платье, на каблуках, в пальто, с короной. Ну, так вот, ну, просто, поняла, так этим палочкой. Аки императрица просто. Я ловлю этот торт. Вообще ни капли, ничего там не размазалось, не упало. Главное, корона на месте. Ты понимаешь уровень? А платье? Подготовки. Платье нормально. Но у меня хорошо, что у меня пальто все прикрыло, потому что на меня ноги, конечно, летели там выше ушей, выше короны. И рядом там это, караоке, что-то такое, мараоке. И там стояли ребята, они мне аплодировали. Ко мне, конечно же, все подбежали. Девушка, как вы? Что вы? Как так? Ну и что, ты жениха себе там не нашла из этой толпы? Нет. Вы бы видели, как она на меня посмотрела, типа, нет. То есть такие старания, и все нет. Не, ну, понятное дело, не ради мужчин вот это вот все было. Я-то что? Что, не королева, что ли? У меня еще как бы шансы вроде должны быть. Ну, еще 30, еще нормально. Нормально. Ну, там до скольки можно? Ну, можно вообще не выходить, в принципе. Ну, в принципе, да. Я считаю, что можно и не выходить, если что. Ото рожает для себя, Викука. Для себя. Да. Вот, ну, в общем, свадьба была спасена, можно так сказать, громко. Класс, класс. Но она и не была в опасности до того, как ты взяла торт. Не, ну, главное, что я сожалела, что... Ну, как сожалела? Я так мечтала о конкурсах, знаете, вот такие конкурсы, когда ты палочкой в бутылочку. Ты серьезно хотела такой конкурс? Ну, блин, ну это же так прикольно. Серьезно? Ну... Господи, найден человек, которому нравится этот конкурс. А никому не нравится? Нет. А почему всем нравится, когда мужчина, у девушки сзади этот шарик, а мужчина лопает ей шарик? Никому тоже не нравится. А, нет, мне не нравится. Ну, в смысле, мне казалось, всем нравится. Это туалетная бумага. Нет, нет, никому. Не-не-не, я в смысле, я сразу говорю, что мне не нравится. Нет, я говорю, что они тоже никому не нравятся. Ну, только мне палочка вот эта. Палочка-бутылочка — это набор какой-то одинокой 40-летней женщины. Нет, не подумайте, у меня с этим все нормально. Просто весело. Да. Конечно. Конечно, я вот дома думаю, чем заняться? Возьму бутылку, гвоздь или там палку. Это как, вы знаете... Пытаюсь попасть.
атмосфера вот таких вот, ну, сельских вот свадеб, когда ты не хочешь себе такую свадьбу, но ты хочешь на такой свадьбе поприсутствовать. Я не знаю, я себе не хочу, на такую не хочу идти. Ну, по-моему, вот весело, мне кажется. Но ты хоть тяпнула перед вот этими всеми штуками? Перед бутылочкой так не было. А, ну а какие-то другие конкурсы ж были? Ой, там, ну, на выпивание были такие скучные конкурсы. А я там всех перепила, короче, да? Ой, я, по-моему, не участвовала. А, букет ловила. Это считается конкурсом? Нет, это фигня. Это фигня. Я ловила букет, и это фигня. И сколько раз ты ловила? Один. А сколько надо? Ну, знаешь ли, некоторые 5 ловят, только потом выходят. Пипец, блин, что за схемы? Вот как бы рассчитай коэффициент. Где такое написано? Это все фигня. Пипец. Это знаешь, как это мала вероятность, что это, нужно больше шансов, чтобы... Ага, чем больше словишь, тем, ну, все, да, мы поняли, да. Я не знаю, поняли ли вы, это уже не важно, ребята. Чем больше, тем лучше. Всего, чем больше, тем лучше. Да. Ну, давай еще одну. Ну, как вам сломать руку в начале открытия горнолыжного сезона? В первый же день. Я не знаю, а тебе? Хреново. Тебе понравилось? Хреново, когда ты все проплачиваешь, приезжаешь, и в первый же день ты ломаешь руку. Ты начинаешь сразу с конца истории. А, да. Я поняла. То есть нет начала, есть сразу факт. Я сломала руку. Но мне хочется рассказать, поделиться, что, может быть, найти родных душ, которые... Слушай, ну я сломала руку, когда прыгала на досках. В детстве. На скейте? Нет. А, просто... Интересно. Было круто. Ну, я упала такая... Что-то валяется там. Да. Ставила обратно, да, ну, что-то больно как-то. Ну, мне не нравится. Пришла домой. Ну, родители там как бы... Ну, у них там что-то туса была, все дела. Ну, и как бы ночь, никто никуда не поедет. Но я не плачу, я такая, ну, просто что-то как-то больно, ну, такое. Я же сильная женщина. Ну, то есть я не думала, что как бы у меня там что-то серьезно. Ну, ударилась, что-то такого-то. Вот. А на утро, когда у меня реально вот так это висла рука... Мы поняли, что явно что-то не так. Поехали в больницу. У тебя закрытый был? Да. Слушай, ну вот... Вот наше поколение, ну, 30-летних. Да. Вот, мы в детстве, мне кажется, ну, такими, там, то кузнечиков еле ловили. Муравьев. Ну, не. Ну, я кузнецов не ела, вот муравьиные жопки мы ели. Фу, извращенцы. Ты, наверное, 30... Как это? Тебе, наверное, 31. Все-таки ты меня все-таки знаешь. Я тебе больше скажу, что я до сих пор их ем, потому что денег нет на еду. Кислота ж полезная там какая-то у них. Вроде говорят. В жопке. Да, да. Вот такой деликатес. Муравьиные попки. Очень вкусно. Не знаю. Вот, а я к чему это? А если посмотреть на современных детей, боже упаси им там упасть где-то, что-то где-то съесть. Это ж вообще детки, конфетки, их все там окружат, все там, ну, сразу заботы. Ну да, да. И вот и кем они вырастают? Ну, потом приходят на собеседование в кепке. Либо ходят и выделываются по красной, типа, они модные блогеры. У тебя какое-то личное что-то, какой-то случай был? Ну как, много случаев, я просто смотрю, но человек не себя ничего не представляет. Вот если я себе ничего не представляю, я-то не хожу и не выделываюсь по красной. Просто корону надела на свадьбу, да и все. Вот, а как бы я вижу, ну, знаю, ну, я не голословно знаю там людей, которые, ну... Что-то там типа, запостили какой-то у них блажочек, и они туда блажочек. Ходят. И ходят там с кофеёчком, вот это вот модно, ну, в пальто, с шарфом. Я очень классный. И очочки. Очки, да. Когда ты смотришь, ну 24-25, наверное, ей, чёрт возьми. А ей 4. А ей... Ну, да. Ну, раз нам 31, ладно, мне 31, тебе 30, то им 4. О, то, конечно, да. Испортили. Поколение уже не то. Вообще. А, ресницы наращивала. Знаешь, в смысле, себе или... Не сама себе. Ну, просто так вспомнила. Это не рекламный подкаст. Так, 8-918. Записываемся на реснички, девчонки. Хотите... Это гладкие ножки, хотите наращенные реснички. Ты хоть не здесь вот это вот все делаешь?
Нет, это не медит. Ну, короче, просто так вспомнила. Пришла нарастить ресницы. Красивенько стать. Вот. Ну, там бывает, одновременно наращивают. Слава богу, что как-то оно так по-разному получилось. В общем, нарастила мне девочка один глаз. Если по-разному получилось, как-то нехорошо. Они там смотрят, им-то сверху там виднее. Ты лежишь и храпишь. Ой, еще вспомнила историю. Класс, класс, класс. Она мне нарастила один глаз. Ну, как бы, ну, типа, все. Нарастила глаз. Ой, ну, вы поняли меня. Да, мы друг друга поняли. И такая, ну, все, приступаем ко второму. И такая говорит, ой. Я говорю, в смысле, блядь, ой. Не молчи. Я переживаю, но... У меня, кажется, закончился клей. Я такая, блядь. Извините, если слышно. Слышно. Блядь. Ладно, чего ж там. Вот, и благо, это была пятница, а в субботу наша компания не работает. И... Это было недавно? Ну, месяц назад. А, и то есть ты сидела дома с одним глазом, с ресницами? Ну, это было вечером, да, я поехала на такси домой с одним глазом, как у меня все угорали дома, и мне нужно было на следующий день по-светлому доехать к ней и нарастить второй. Вот он теперь рядом. Ну, в очках, наверное, да? Поехал. Вот, понимаешь, было солнце, а в этот день было пасмурно. Ну и чё? Но я делала такие, понимаешь, нулёвки. Ну, типа, я такая иду, они там... Типа, у меня есть свой блажочек... Ты меня раскусила. Окей, все понятно. Что там, что про храп? А, вот, недавно. Я человек очень темпераментный. Ну, так мне надо куда-то выплескивать свою энергию. Ну, смысл мне там, мы не к тому возвращаемся. Я не знаю, про что ты подумала. Выплескивать. А что ты смеешься? Просто я вспомнила, что история про храп. А. В смысле? Ну, выплескивать там, ну, вливать, я не знаю. Фу, что-то мы уже много употребляем этого, ладно. Вот, и, короче, что-то... Мы не употребляем ничего. Наша компания ничего не употребляет. Мы нормальные. Окей. Вот. И такие решили там с подружками, давно не виделись, встретиться. Одна у меня подружка есть, ну, такая, она хитрожопая немножко. И у нее, видимо, прогорал абонемент... Она начала ходить на йогу, вот это воздушное. Ты не хочешь на йогу? Не хочешь или ты не хочу? Не хочешь на йогу? Не хочу. Блин, ну, как там правильно слова? Не хожу. Как это по-русски? Не хожу. Вот, и она, видимо, такая овца. Так, ой, девочки, давайте сходим туда, ну там, посидим. Ой, ну, посидим, повисим. Позависаем. Там же вот эти вот канаты, вот эти гамаки. Я думаю, ну, чего нет? Потом просекла фишку, что у меня там абонемент. И мы с подружкой такие пришли и вот занимаемся. И главное не ржать. Ну, я как бы уважительно ко всем, ну, отношусь, но ничего нету. Для кого-то это приемлемо, ну, нравится. Там кому-то другое. В общем, вся эта процедура длилась 3 часа. На смысле, не моего храпа. Ну-ну. Вот, ну там поразминались. Ну, в общем, это, ну, как бы, ну, так много очень было. Я не могу перестать ржать. Я просто беззвучно смеюсь. В себя даже. Ну, так и чего? Вот, ну там поразминались, позависали в этих гамаках. Блин, чувствовала себя какой-то коровой, хотя я вроде, ну, пластичная, там с танцами занимаюсь с детского садика. Вот. И там же уже 2 часа прошло, я уже понимаю, что реально 2 часа прошло очень долго. И я, ну, нужно было развлечься в гамаке, и она начинает девушку выключать свет. Ну, там тренер, я не знаю, как наставник, как называется там. Хозяйка. Ну, наверное, наставница как больше. Вот. И выключает свет, ну, вроде момент расслабления. И зажигает эти благовония. И тут меня просто так вот за секунду... Я засыпаю. Честно, я не храплю по жизни. Да, да. Ну, мне никто не жаловался. Вот, и... Я скажу, что это просто неудачные позы было.
Ну, там же гамак, он-то ну, неровный. Да. Ну, поддержи меня. Я... Да, да. Вика, это нормально. Это, да, это ты не храпишь никогда вообще. Просто вот так вот я лежала. Вот так вот. И причем себе придавила нос. Ну, и это, мне кажется, продолжалось на минут 10. И, ну, все, там, типа, просыпаемся. Отхрапела. Я, ну, вылазь, я что-то не знаю, что я там, ну, что-то... Я не храпела, я сопела. Посапывала. Ну, вроде нет. Вот, ну, я такая вылазит, такая, ну, с гамака, в смысле, улыбаясь там. Ой, такая классная тренировка была вообще. Вот, и девочки такая, да ты храпела, ты ха-ха-ха, знаешь. На все говорю, тише. Это не я. Вот, ну, в общем, я умею так рассказывать истории, они в конце получаются не очень интересными. Но главное, что мы поняли, твоя сильная сторона — это, ну, типа, как вам сломать руку? К концу вижется редукция или про конец сразу все. Всем все понятно. И вот на этой фразе мы будем заканчивать наш подкаст. Надеюсь, было интересно, надеюсь, никто не заскучал. Ну что, с вами были Вика и Даша. Всем до следующей недели, всем пока-пока. Пока-пока.